Так, дорогие друзья, приветствую на моем канале. Сегодня мы очень коротко поговорим про такой смартфон, как Tecno Camon 15. Я считаю, что этот смартфон своих денег не стоит однозначно, брать его смысла нету, в принципе, никакого. Хотя продается он в большом количестве магазинов, средняя цена, как видим, его даже 10-11 тысяч. Есть, где можно приобрести там за 10, а во многих магазинах он и по 12 вполне себе стоит. В общем-то, что с ним не так и почему нет смысла его приобретать, дорогие друзья. Экран 6,6 дюйма, при этом разрешение обычное, HD+. Ну, как бы вроде и неплохо, но при таком процессоре Full HD здесь и не может даже присутствовать. Как говорится, ему и не светит. Helio P22 это процессор 2018 года, который ставился еще в Redmi 6. Извините, знаете, очень давно было. В очень таких бюджетниках, дряхлых, старых, у Midugi, Kubot, у Lifon, вот это все оттуда. Helio P22, он уже очень старый, и, даже повторюсь, в очень бюджетных таких, ну, чуть ли не ноунейм смартфонах стоял. Здесь у нас 4 гигабайта оперативки, 64 встроенный постоянного хранилища, дисковый накопитель. В тестах он набирает едва ли 100 тысяч ватуту. Это чревато тем, что фотографии будут сохраняться долго, видео будет плохое, никакой стабилизации, только 30 кадров, в общем-то, даже каких-то интересных фишек по камере здесь тоже не будет, какой-то ненормальной ночной съемки, все эти модули, все это очень слабо, камера даже 64 мегапикселя, она будет очень долго все это склеивать, и, повторюсь, нормального ночного режима на этом процессоре в принципе невозможно, нормального мода Google камеры под такой слабый процессор тоже вы вряд ли найдете, если найдете, она будет вылетать. В общем-то, процессор слабый, это не дает возможности нормально взаимодействовать с какими-то современными приложениями. Что у нас здесь есть? Micro USB, это точно этот micro USB, который вот тот самый старый, тот, что уже давно-давно много лет был. Почему-то вот компании смартфоны Tecno, они очень любят этот старый micro USB разъем. Нету NFC, это 100%. Не будет нормальной быстрой зарядки, потому что micro USB, если порт micro USB, соответственно, положит вам 5 вольт 1 ампер и до свидания. Это будет 5 ватт зарядка. При батарейке 5000 это будет заряжаться около 3 часов, а цена 10 тысяч, это, знаете, такая цена, если 1056 он стоил, потому что процессор здесь далеко не самый навороченный, далеко не самый новый. Что мы имеем? NFC нету, старый разъем, старый процессор. В общем-то, приобретать я его смысла не вижу. Еще и такая цена, ну, если вы его не возьмете за 9, а за 12, то считайте, вам крупно не повезло, и вы просто свои денежки просрали, дорогие друзья. За такие деньги или за те же деньги можно взять Redmi 9, ну или плюс-минус там 1000 рублей доплатили, взяли Redmi 9. Здесь процессор MediaTek Helio G80, который набирает 200 тысяч в Antutu. Ну, камеры здесь тоже не идеальные, но, по крайней мере, здесь и дизайн как-то все-таки поинтереснее, качество сборки в Xiaomi. Мне не нравится в Xiaomi MIUI оболочка, их экран здесь, извините, Full HD разрешение для каких-то вот бытовых задач это даже предпочтительней. В играх это компенсируется тем, что более мощный процессор. USB-C, как видим, у нас современный разъем, NFC-чип, быстрая зарядка Pump Express 18 Ватт, она в комплекте в Xiaomi идет. Цена та же самая. Здесь у нас 9500, а здесь там 10500. 1000 рублей смартфон намного мощнее, интереснее. Ну, здесь как бы и по дизайну тоже как бы и симпатичнее даже. Так, видим, износостойкий пластик. В общем-то, приятный смартфон. Не идеальный, но за такие деньги нормальный. Еще за те же деньги, плюс-минус тысяч, наверное, за 12, можно было взять Realme 6i, там вообще стоит Helio G80. Там, в принципе, вообще в игры можно было поиграть. Realme 6i был с памятью 428, тоже есть NFC, USB-C, все совершенно смартфоны другого класса, другого уровня. В общем-то, мы еще посмотрим, что у нас есть от Xiaomi.
даже за те же деньги или даже вот за сопоставимость с технокоммоном есть Redmi 9C. Тут процессор, ну, такой говняненький. Стоит NFC. Понимаете, NFC делает его более интересным, более привлекательным. Ну, это так, вариант, скажем, промежуточный такой. Не идеальный, но, по крайней мере, NFC присутствует. Ну, и также один из вариантов, это Nokia 3.4. Досмотрим у нас. Экран 6.39, ну, 6.4 дюйма. Процессор Snapdragon 460, он 150 тысяч баллов в тесте AnTuTu набирает. Что дает возможность при снэпдрэгоновском процессоре легко подобрать моды Google камеры, USB Type-C, NFC, цена 10 190, 9 590, 600 рублей разница в цене. Смартфон в аналогичном дизайне, с NFC чипом, с более современным разъемом USB Type-C и процессором, который на 30-40-50% быстрее. В общем-то, тут каких-то комментариев излишне. При более это чистый Android, это официальный Android One, это чистый Android, это партнерское соглашение, патенты между Nokia и компанией Google. В общем-то, и вот считайте, такой чуть практически нонейм. Еще и на китайском процессоре. В общем-то, здесь разница просто настолько большая, что для меня вот смартфоны Tecno, они просто не существуют. Это, ну вот, по моему мнению, дорогие друзья. Tecno, Midugi, Kubot, там еще было Black Wave, вот это все одно и то же. Это все одно, как были смартфоны Fly, Prestige. Я рекомендую просто не вестись на это, даже не смотреть. Вот что можно взять, это вот Nokia, Motorola, Realme, вот сразу другой уровень, дорогие друзья. Всем пока, подписываемся на канал, дорогие друзья.